С самого утра на площадь у Дворца культуры красногорцы несут бумагу, картон, ненужные книги, больше не представляющие ценности документы, журналы и газеты. Организаторы экомарафона принимают все. Акция по сбору вторсырья стартовала в Подмосковье еще в апреле. И вот, наконец, добралась до Красногорска. Сейчас уже сдано более 50 тонн, а это означает, что 50 тонн мусорного отхода макулатуры не ушли на полигоны, а ушли именно на переработку. Переработку производит предприятие, именно работающее в Московской области. То есть мы собираем в Московской области и отдаем предприятие, которое работает в Московской области. В этом году областной экомарафон поддержит чуть менее 80 муниципалитетов. И им есть за что побороться. Кто в сумме принесет больше всего бумажного мусора, получит ценные призы. Победителю достанутся саженцы маньчжурского ореха. В Красногорске, который стал победителем прошлого весеннего этапа экомарафона, эти деревья уже украсили одну из аллей. Акция, она в большей степени направлена на то, чтобы детки наши, да, подрастающее наше поколение, задумалось о том, что одна тонна макулатуры может спасти 10 деревьев, что это сохраняется порядка 20 тысяч литров воды пресной. Да, и достаточно важный аспект сохранения природы нашей, да, то есть не только посадка деревьев во время замечательных акций «Лес Победы», «Посади свое дерево», но и сохранение этих самых лесов. Тем, кому необходима помощь в вывозе макулатуры, организаторы акции предоставляют такую услугу. Этой привилегией пользуются люди пожилого возраста и школьники. Кроме того, сдать можно не только ненужную бумагу, но и предметы, которые нельзя выбрасывать в обычный мусорный бак. Они загрязняют окружающую среду. Приходил третьеклассники одной из школ. Я их спросила, а почему вы пришли? Да? Они говорят, а мы пришли, и мы спасаем ежиков. Это было потрясающе совершенно, потому что педагог, он объяснил, что ореол обитания ежика, там 2,5 квадратных метра, это как раз тот ореол, который губится одной маленькой батарейкой. Весенний экомарафон закончится 3 июня, а уже осенью начнется новый этап, к которому красногорцы уже могут начинать готовиться. Валентина Титова, Никита Рощин, Вячеслав Блажев, КРТВ.